Департамент культуры Воронежской области, Воронежский государственный театр юного зрителя, Воронежский государственный университет. Театр равных. Уникальный культурный проект, участниками которого являются обычные молодые люди и молодые юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья. Главный принцип театра – в творческой деятельности ни для кого нет никаких преград, и абсолютно все равны на сцене. Руководят проектом художественный руководитель Вадим Кривошеев, директор Валерия Маламура, главный педагог Анна Гребенщикова. В январе 2014 года состоялся первый кастинг в создаваемый проект. Актерами труппы стали 12 студентов, школьников и выпускников вузов города Воронеж. В феврале организаторы провели ряд просмотров среди ребят с ограниченными возможностями здоровья. В результате из полусотни желающих труппа пополнилась еще 12 актерами. Специально для театра была написана пьеса, автором которой выступил профессор ВГУ Дмитрий Чигунов. Многие участники проекта превзошли свои способности, научились громко и четко говорить на сцене, вопреки диагнозам танцевать и бегать, а также выразительно читать стихотворения. Премьера спектакля состоялась 4 июня 2014 года. Свой первый сезон «Театр равных» начал с выступления на сцене Воронежского ТЮЗа. Труппа готовится к постановке спектакля по рассказам Андрея Платонова. Театр планирует постепенно расширять свой репертуар и отправляться на гастроли. «Театр равных сейчас» — это слаженная команда актеров, руководства и организаторов. Это участник региональных и федеральных фестивалей. Многие зрители заметили, что после просмотра этого спектакля на душе остаются светлые чувства. Театр равных лично поддерживает губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Лучшее опровержение главного закона театра. Актером может быть только здоровый человек.